Seiten. Здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі. Місто контролюється Збройними силами України. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба! Слава Україні! Товариш Верховний Головнокомандуючий, 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджинского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. Сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Суджанский район Курской области, это 5 утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу. Штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу. Прежде всего, оценив ситуацию, мы начали вывозить людей. Это достаточно сложная была проблема, потому что вот эти ДРГ, ВСУ, они обстреливают гражданское население, обстреливают скорую помощь, которая ценой собственной жизни пожертвовала собой. Есть случаи, где медики погибли. Вывозили население. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, утрата жилья, уже в полном масштабе надо будет все это сделать. И, как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим обратиться к вам, хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы не можем с ними созвониться, связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Казач, на
наша администрация не работала. Давайте скажем прямо. Знали, что стянули большое вооружение натовское. Оно стоит у нас на пороге. Но никто нас не предупредил. И ничего. И мы не смогли взять никаких документов. Ничего. Мы уехали, родные остались там. Кто в подвалах? Связи нет.